Доброе утро, моя любимая страна. Новый день и новые подарки для нашего Гошеньки. Кто наблюдает, кто знает, воробушек Гоша, который у нас появился. При этом знатоки знают, чем кормить. Вот смотрите, оказывается, вот такие колючки, мы его в детстве называли колючки, репейхи, в народе говорят еще и репейник. Оказывается, птицы едят вот такой вот репейник. Также наш друг, наш фанат Константин привез еще вот, смотрите, подсолнух, который мы тоже будем давать нашему Гошеньке. Поэтому спасибо всем вам, кто подарил эту клеточку, кто подарил и дарит нам еду для нашего красавца. Идем вперед, и продолжение для вас следует. Всем спасибо и хорошего дня. Так, видеоотчет. А ну, Гошенька, Гоша, смотри, тебе подарки принесли. Так, через эту дверь, надеюсь, войдет. Вот такая дверь, мощная. Так, Гошенька, смотри. Для тебя. А ну, посмотрим. Обычно он на все новое реагирует с опаской. При этом, может быть, это не та история. Может быть, это другая. В любом случае, всем спасибо. О, видите, летает, стесняется.